Ежегодно в третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В преддверии этой памятной даты сотрудники госавтоинспекции, Управления образования и Министерства по молодежной политике с привлечением юных инспекторов провели профилактические акции, направленные на повышение безопасности движения на дорогах. Мы рассказываем о правилах дорожного движения и о том, что, как нужно себя вести на дороге и что нужно, какие нужно правила соблюдать, если с тобой произойдет какое-нибудь ДТП. Сегодня мы подходили к водителям и к пешеходному переходу, останавливали людей и рассказывали им эти правила. Кроме того, в акции приняли участие представители религиозных конфессий. Так, сотрудник отдела просвещения города Каспийска Магомед Вали Магомедов рассказал, почему важно соблюдать правила дорожной безопасности с точки зрения религии ислам. С точки зрения ислама тоже это очень важный момент, соблюдение этих правил. Почему? Потому что от этого зависит здоровье, жизнь человека. И наш Создатель, Всевышний Аллах, вот очень нас предостерегает от того, чтобы мы какой-то вред наносили своим языком или же поступками другому человеку. Организаторы отмечают, что основная задача проведения данной акции – это ознакомление с правилами дорожной безопасности жителей города. Отметим, что проведение подобных акций имеет особое значение для нашей республики. Ведь с начала 2023 года в Дагестане было зарегистрировано 1418 ДТП, в которых погибло 290 человек. Из них 24 – это дети.